Идут они, идут. Разве этот блок не выходил? Вышел. Вышел, да. Я снимал. А, ты снимал? Да. На телефон? Да, на телефон. Это мой райдер. Сейчас еще мангал привезут, мы вот здесь поставим. Такое ощущение, как будто тут цирк. Та-дам! А, мы сейчас мешаем, да? Эй, Восток ФМ, скажите, а вы ждете выступления Эллы на КВ? Просто загадай желание и съешь. Подожди. Дорогие друзья, рядом со мной сидит Ахра. Всем добрый вечер. Та-да-да-дам. Хотите знать, сколько это стоит? Это VIP, друзья. Пацаны, пацаны, смотрите, смотрите. Вау! Слова своей песни в интернете. Я не удивлен. Я абсолютно не удивлен. Талантливый человек, он талантливый во всем. Это Ширак, это просто топчик. Ура! Так, вроде получилось, да? Вот я всегда вот знаю, что надо ехать. Нет, я сижу там, по-моему. Либо на студии, либо что еще, где? Мне что поспать. Я, короче, не могу уснуть, пока меня не отрубят. Я сижу до того, пока мне вот так прямо, когда сижу, да, не сломают. В общем, мы приехали, приготовили костюмы, поставили микрофоны, сейчас по делам и дальше. Сейчас едем на прямой эфир Восток ФМ. Потом идем на чек, покушаем. Я перед концертом в гримерке чуть-чуть посплю. И готова выступать. Только что по радио сказали, что мы уже на месте. Хотя мы еще не на месте. Концертный зал имени Муслима Магомаева. Друзья, это цель. Следующий год концерт в пропасти Тихон. Вот мы и на месте. Вегас. Вегас Сити Холл. А кто тут сидит? За 4 часа. Привет. Привет. Все, мы опоздали? Нет, вы никогда не опаздываете. Вы задерживаетесь. Мы самые первые пошли. Знаете, я хочу сказать, что я их очень сильно люблю. Дорогие мои, давайте послушаем песню «Элвин Грей. Черноглазая». Большое спасибо. Ведущий поет. Ведущий поет. Так что радиодача работает. Но. Так, мы не работаем. Нам надо не работать. Работать надо. Вообще-то мы принимали солнечные ванны. Витамин D очень полезен. Кстати, вообще крутая погода. Сейчас еще мангал привезут, мы вот здесь поставим. А есть покушать, а? Есть. Вообще. Идут они, идут. Видите? Серега, Хэнди. Йо, привет. Здорово. Новый образ? Это было просто, мы живем вот там. Да ладно. Перешли через мост, дошли до конца налево. Сделали вот такой круг, но пришли обратно. Слушай, вам так больше идет. Вы так похожи, да? Вообще круто. На американцев. Да, да. Не на наших. Ну, вот такие. Друзья, эксклюзив. Новый трек, новый клип. Да, сейчас надеюсь зайдет. Бен, у него получилось! Красава, посмотрите! Напротив Кремля. Дневник Элвина Грей. Вот тут, когда я греб, мне в рот вода летела. Я бы честно очканул. Да. Ну, а я и очканул. Да? Я обоссался, там видно просто. А ты в это время где был? Я снимал. А, ты снимал? На телефон? Да, на телефон. Ага. Ты на той же стороне был? Да.
У меня, как всегда, синевая сторона. Мы заодно типа там сняли сразу начало этого клипа. Фламинго? То есть ты хочешь сказать, что там даже квадрокоптер летал? Да. Возле Кремля. Там же глушат все. Мы можем. Так, что вы еще можете? Мы можем летать через вас, мне кажется, то есть через вас можно решать, да? Вы решалы. Да, мы решали. Ну, квадрокоптеры. Решалы квадрокоптеры. Очень хорошо знакомый. Меня сегодня пригласил на показ моды великого модельера Вячеслава Зайцева. Я думаю, многие видели его по телевизору. Мода – это та условность, соблюдать которую мы приговорены по жизни. Пойдешь, встречает, а значит и судит. Здравствуйте! С вами программа «Модный приговор». Сейчас мы будем смотреть его новую коллекцию. Сегодня закрытие показа. Слушайте, я честно скажу, я вообще не бывал. И мне интересно, как это все происходит. Сегодня проходит неделя моды в Москве. Ага, неделя моды. Я видел, на открытии был кто? Филипп Киркоров. Еще кто-то, ладно, да? Да. Еще Катерин. Катерин. То есть, а мы на закрытии, да? Да, сегодня тоже будут артисты. Да, очень. Я вообще впервые. Серьезно? Не понимаю, в каком это формате. Вот сегодня поймешь. Ну да. А кто знает, может, я буду часто посещать такое мероприятие. Потому что, кстати, Алсу говорит, мне нужно переодеться в сценический образ, где у меня там все дела. Сейчас найдем место. Какое платье у нас? Вау. Очень красиво. В общем, меня попросили переодеться в сценический образ, как я выступал на Восток FM. Они говорят, что так будет лучше, чем вот так. Я говорю, может так? Они говорят, нет, не так, надо одеваться. Так, пойдемте. А ты вообще чем занимаешься? Ну, я моделью работаю. Работала? Да, здесь. А сейчас? Сейчас просто помогаю организатору. Да? Почему ты тогда выглядишь как модель? А почему да, выглядишь как модель? Потому что ты просто помогаешь. Мы познакомились сразу в дюртюлях. Это было, знаете, когда? Девочка. 2008 год. Девочка из Башкортостана. Кстати, Андрей. Девушка из Башкортостана. Я не удивлен. Я абсолютно не удивлен. Нужно будет очень коротко, у нас минуты будет всего в эфире. Соответственно, 30 секунд эмоций, как замечательно, как здорово. Мы сделаем, ждем всех слушателей Восток FM. На концерте примерно вот в таком лайфе. А можно распечатать текст? Слова песни. Слова песни можно распечатать? Я отвечаю, Розу не знаю. Я знаю на вашем киевском языке, на татарском, на русском я не пел. Да. Да мне просто листочек положить в эту мысль. Это если просто найти в интернете. Я нашел. Смешно. В Ингре ищет слова своей песни в интернете. А я уже нашел в интернете. Так, ну так. Так у меня есть напечатанные слова. Да. А, есть напечатанные? Да, их просто надо распечатать. А это куда снимается? Это блог? Видеоблог? Это прямой же? Привет! Потом монтировать. Вырезать всех надо. И наши выдают. Мы храним на вас только там. Ты был в предыдущем блоге. Да? В смысле? Ну там, где мы пиццу ели, играли. Помнишь, 23-го? А, когда к нам заезжал. Да. А разве этот блог не выходил? Вышел, да. Здравствуй, Юлия, здравствуйте, дорогие. Я встретил тебя. Здравствуй, Юлия, здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Это Элвин Грей поет. Рядом со мной невероятно обаятельный, с модной прической и классным настроением. Привет всем. Слушайте, я прямо вот в ожидании. И мне очень нравится здесь. И знаете, я прямо хочу быстрее выйти на сцену и прямо петь, и зажигать, и чтобы все танцевали. И вот сегодня очень крутой день, и я очень-очень жду своих слушателей. И, друзья... Мы тоже с огромным нетерпением ждем выхода на сцену Элвина Грея, чтобы услышать его любимые песни, которые мы любим.
знаем наизусть, абсолютно наизусть. Юлия, спасибо большое, мы будем держать в курсе. Конечно, конечно, перед выступлением. Поем черноглазую. Вот черноглазую споет, обещает сегодня вечером. Ура! Мы сегодня уже сколько часов находимся дома, и все еще не послушали новый трек. Эй, мы делаем сбрию. Прям восточная, да? Это видео? Да. Чай, кофе. На. Ну, ты увидел. У тебя биты, конечно, получаются очень модные биты. Он последний бит сделал на песню Сара Малет. На, Мишка, Мишка. И улетим. Еще там делал побегу. И он в Сигре. Побегу на Инстаграм. Этим Ростов Б. Точно многим? Не, на самом деле... Друзья, вы, наверное, все видели то, что я репостил. Это мое уважение. Это, то, что я делаю репост, это мое уважение к творческому человеку. Спасибо тебе большое, брат. Тебе понравилось, кстати? Да. Спасибо тебе большое. Если не понравилось, но, я бы не делал. Спасибо большое, брат. Не важно, что вы все на меня тоже в комментариях написали, что я вас не обижаюсь, это нормально, что страшного. Нет, творческие люди, это нормально. Я что, вот так выглядел? Я тоже на сцене, например, там, в каблуках, там, бывает. Сейчас у меня, кстати, грязные носки, знаете почему? Почему у тебя грязные носки? Почему грязные носки? Потому что я работал. Слушай, ну, очень прикольно. Да им наоборот. Он нормальный пацан. Слушай, а вот это домашняя студия. Вы здесь пишете музыку? Да, я иногда, ну не иногда, ладно, всегда я пишусь на этот микрофон. И даже при наличии студии, ребята, если вы хотите заниматься музыкой, вам не обязательно нужна студия. Объясни людям, не обязательно же должна быть дорогостоящая аппаратура, там, не знаю, там, микрофон. Все можешь сделать вот просто. Просто дома, вам достаточно иметь для компьютер. Что нужно? Компьютер. Не обязательно iMac. Достаточно. Компьютер, микрофон, звуковая карта. И когда там через два... Ну и как минимум, да нет, не обязательно, можно любое помещение. Дали интервью через телефон. Друзья, а если честно, я очень рад, что все вот именно идет вот так, как есть. Мы сейчас выступаем в Москве, на самом деле, с очень большими артистами Кавказа, России, это Зара, Эльбрус, Ахри. Это те артисты, кого я слушал в детстве. И те артисты, кого мы видим по телеку. Друзья, казалось бы, что все наравне, но нет. Все равно у меня в душе есть такая радость, то, что вот как-то вот так все происходит. И сейчас мы очень дружно общаемся с радио Восток FM, радио Дача. А это вот сама сцена. Очень красиво оформили. А, мы еще мешаем, да? А вообще сцена очень крутая. Такое ощущение, как будто тут цирк. Городской цирк. А, сцена такая округленная. На одной сцене ваши любимые артисты и только сочные хиты. Восток FM представляет. Все готово, можно начинать. А это? А уши нет, что ли? А уши все есть, да, даем. Поспал, не знаю, час прошло или нет, вот пацаны привезли покушать. Да. Я еще впервые в жизни на таком мероприятии. Нет, я практически каждую неделю хожу. Как минимум раз в месяц точно. Я тоже. Тут очень много, очень много красивых девочек. Но
Меня это никак не касается. Я женат, люблю свою жену. Мы ищем человека, который будет меня переодевать. Ты 100% надеешься, что это будет одна из этих красивых девушек? Тут такой ажиотаж, друзья, все. Все прямо занимают места. Все боятся. Все боятся не успеть. Очень красиво, очень необычно, очень красивые девочки, платья, это вообще просто. Друзья, ну скажите, круто, пацаны, смотрите, вау! Теперь я знаю, как проходит показ моды. И спасибо тебе за приглашение. Пожалуйста. Я думаю, это не в последний раз. Да, конечно. Вот, мы теперь с удовольствием будем ходить. Давай, я тоже скажу, что будет. Творческих успехов тебе. Спасибо. Умышлар тебя. Спасибо огромное. Тебе тоже умышлар. Да, да. Умышлар. На башкирском. Спасибо большое за приглашение. Реально, мы прям... Знаешь, культуру развиваемся, круто, очень понравилось. Да. Что, в следующий раз я, допустим, пою, а ты будешь там вот так ходить, вот так. Ходить? Тарам. Да. Давай, давай, покажи всем. Давай. Наша девочка из Башкортостана. Покажи, поехали. Таран, 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 да. Тарараран, таран. А теперь покажет Бажур, как нельзя ходить. Как нельзя. Да. Давай. О, понятно. Все, уволим. Блин. Дорогие друзья, рядом со мной сидит Ахра. А так и зовут, да? Да, так и зовут. Ахра. Я не планировал становиться певцом, когда песню просто закинули. И как сыну сказали, я говорю, Ахра, ну и так и пошел. Слушай, это оригинально, классно. Быстро запоминается. А сейчас? О! Заходите. У нас тут видеоблог. Всем привет! Черные глаза вспоминаю, умираю. Так вот, сегодня вообще такой знаменательный день. Встреча всех артистов. Классно. Я очень рад. Я твоим подписчикам приветы. Да. Все на связи. Удачи, хороших выступлений. Подписывайтесь и смотрите его каждый день. Мы недавно обменялись. Что я? Это Миша. Блин, ребят, вы издеваетесь? Ну, просто маленький. Нет, хочешь я... Держи. Давай так. Просто возьми. Блин, да. Здесь тебе стыдно. Радик, да ты не ешь, ты уже кушал. Успокойся. Да, бро, ну блин, ну оставь. Ну ты нормально. Ну блин, ну бро, дай поесть, пацаны. Пацаны, я ради нее. Ради. Попробуйте ты. Я не хочу. Но, ребята, перестаньте. Я не прикалываюсь. Просто загадай желание и съешь. Подожди, Смотрите, она плачет. Это слезы счастья. Дайте, пожалуйста, две коробки с собой. Я могу тебе завернуть? Нет. У нас есть один здесь человек, который никогда в жизни не пробовал доширак. И что мы хотим сделать? Подарочек ему. Ну, все понятно, да. Наконец-то мы... добрались до отеля.
остается просто разложить вещи и спать. О, наконец-то мы дома. Вот так вот пролетел наш день. Спал 3 часа. А теперь у меня есть возможность поспать еще 6 часов. Завтра целый день встречи и дела. Спокойной ночи. Пока.